Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Если у кого-то нету звука, я уже проверил, все должно быть в порядке. Пожалуйста, проверьте свои наушники, либо динамики, либо свой звук. И давайте начнем. Сперва познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Латвии, из города Даугавпилс. И в течение всей жизни я стараюсь собирать знания, собирать умения, передавать это другим людям. И для того, чтобы жизнь стала интереснее, веселее, насыщеннее и более приятная. И, конечно же, масштабы растут, развиваемся мы все. И однажды, встретив гениального человека, потрясающие технологии и невероятное сообщество, я нашел способ, как человек, один человек и каждый человек в объединении могут сделать этот мир действительно лучше. Как сказал наш генеральный конструктор и главный и идеолог нашего проекта, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. И именно от нас зависит, какой дом будет на нашей планете для следующего поколения и для будущих поколений. Но это если смотреть масштабно. А если смотреть, так скажем, более локально, здесь, именно на Земле, мы можем сделать и рай, и ад. Посмотрите, пожалуйста, на экран и ассоциируйте это с теми мыслями, которые у вас были, те ощущения, которые у вас были в самом начале презентации, когда вы видели, так скажем, видео, то, как преобразится наш мир, то, как технологии могут участвовать на нашей планете и делать его абсолютно райским. Я думаю, что для каждого человека не секрет, что есть и рад, ад, и рай на нашей планете в разных местах. Его могут сделать люди. Но мы точно уверены, что его можем мы сделать, и точно уверены, то, что этот рай возможно воссоздать прямо на нашей планете. Ведь если посмотреть на страны, которые сейчас, например, как Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты, где действительно много внимания уделяется содружеству с природой, не действовать против нее где-то, а действовать именно в ее паттернах, в ее условиях, по ее законам. И именно этим и отличаются технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вся серия технологий «Экомир», потому что они полностью гармоничны со всей окружающей средой, со всей биосферой. А биосфера, дамы и господа, это и есть самое важное, потому что это мы и есть, мы часть биосферы, мы часть всего живого на поверхности нашей планеты. Так скажем, это лишь маленький слой, где эта биосфера находится, на нашем космическом транспорте, ведь мы передвигаемся в космосе, и наш транспорт, у нас, так скажем, идеальная просто атмосфера, идеальная биосфера для того, чтобы все живое процветало, расцветало, множилось и развивалось. И за этим нашим домом, нашим общим домом, который на самом деле не разделен никакими границами, он общий, и мы все вместе, и каждый на него влияем. Тем самым, когда Юницкий понял все это, понял, как мы все взаимосвязаны, и понял, что наше самое главное детище, техногенная сфера, может повлиять на жизнь на планете до такой степени, что мы не сможем больше восстановить прежнее спокойствие и гармонию этой планеты. И до этой точки, как говорит Анатолий Эдуардович, всего несколько поколений, 2-3 поколения. То есть через несколько десятков лет наша планета из-за того, как мы используем технологии, именно вредоносные, не экологические, зависит то, насколько мы расшатаем баланс нашей планеты, насколько больше будет извержений вулканов, торнадо, цунами и прочих бедствий. Со всем этим можно бороться. Все это можно изменить. И не то, что просто бороться, противодействовать. Нет, есть гораздо лучшие варианты, которые может предложить человек 21 века.
самому себе, всему человечеству. И от чего будет благо абсолютно всему живому на Земле? Что не скажешь сейчас, например, о нашем транспорте. И транспорт – это основная часть нашей сегодняшней встречи, ведь именно этот проект, транспортная отрасль, струнный транспорт второго уровня, именно он сейчас находится на 15-м этапе развития из 15. Дамы и господа, 10 мая мы перешли на 15-й этап развития, на последний этап развития всей технологии, главная задача которого – получить полную сертификацию данной технологии. То есть ее необходимо построить, тестовые участки, разные виды транспорта, разные виды трасс, испытать их, продемонстрировать их, просертифицировать их, чтобы доказать, что все характеристики соответствуют заявленным, безопасность соответствует заявленной, чтобы будущие, так скажем, заказчики, мэры городов, президенты стран, министры могли опереться на действительно заверенные, так скажем, компаниями, которые занимаются сертификацией, заверенными бумагами, что это действительно один из самых эффективных и экономичных, экологичных и легко интегрируемых транспортов в истории. То есть в данный момент люди, народ, как единый здравомыслящий организм, объединился для того, чтобы создать новую транспортную отрасль 21 века. Транспортная отрасль, которая даст абсолютно все, что необходимо человеку, удовлетворит все его потребности, и не только на 8 миллиардов человек, но и более. Не только для новых городов, но и для всех уже существующих городов. Анатолий Эдуардович уделил всю свою жизнь науке и природе. И я хочу познакомить вас с этой технологией, которая сейчас уже выходит на мировую арену, потому что первые адресные проекты уже строятся, а значит, мы это сделали. Осталось совсем немножко до окончания финансирования нашего проекта, чтобы можно было выполнить все задачи, которые были нацелены на 15-й этап. И уже после, так скажем, завершения самофинансирования, точнее, в завершении финансирования мы выйдем на самоокупаемость. Компания уже не будет ни в чем нуждаться, ведь она уже полностью готова делать этот мир гораздо лучше. Транспортная философия Unisky String Technology. И эта философия прослеживается во всех технологиях «Экомир». То есть это та серия технологий, за которую Анатолий Эдуардович Юницкий получил премию мира в Братиславе в 2018 году, в декабре. Эта технология лишь одна из целой серии всего Экомира. Ведь есть не только транспорт, есть и эко-дома, эко-поселения, линейные города, вакуумное стекло, гумус, плодородная почва, ОТС и КИО, новый тип электричество, точнее, новый способ его добычи полностью экологически чистым способом, чтобы электричество нам хватило более чем на 5000 лет, что даст огромную-огромную свободу и огромное развитие всему нашему человечеству. И опять же, не только на 8 миллиардов. Все технологии Анатолия Эдуардовича затрагивают абсолютно все сферы деятельности человека, потому что изначально, более 40 лет назад, он разрабатывал свои технологии для космоса, потому что понимал, что самой главной возможностью человека является космос, неограниченное его пространство, потому что на Земле ограниченное. И, так скажем, разделить вредоносные технологии с экологическими технологиями, потому что экологические технологии мы можем использовать в нашей биосфере. Они нам не вредят. Они могут быть в одной нише, но вредоносная техногенная сфера, она должна быть вынесена в ближний космос, там, где нету понятия экологии, там, где мы не будем дымить прямо себе в дом. То есть, представляете, если представить нашу комнату, мы находимся в транспортном
в шаттле, получается, летим в космосе, у нас сидим, так скажем, а у нас на одном сидении атомные электростанции, на другом сидении миллиард машин с двигателем внутреннего сгорания, на третьем сидении ядерные какие-то реакторы, которые там отравляют сначала воздух, потом еще землю будут отравлять. А мы находимся в той же самой машине, где-то посередине, и пытаемся выжить. Техногенная сфера – наше детище. Мы никуда уже от нее не денемся. Но разделить ее нам действительно необходимо. Иначе, так скажем, развитие техногенной сферы, развитие человечества будет все больше и больше, и она нас выдавит тем, что мы без нее не сможем жить, но и при этом она будет жрать огромное количество, так скажем, нашего жизненного пространства. И если кажется, что это невозможно, то есть это как в направлении матрицы. Но если сейчас посмотреть, в некоторых городах Китая нужно быть постоянно в респираторе, либо даже еще какое-то дополнительное, более серьезное средство покупать, потому что невозможно дышать в городах от задымленности, от машин, от производства. Есть автоматы, где вы можете купить, подышать свежего воздуха, чистого. Это уже сейчас реальность в каких-то точках нашей планеты. Как далеко другим частям до этого же? То есть, чем раньше мы задумаемся, или, так скажем, чем раньше мы изучим факты для того, чтобы, так скажем, иметь на руках аргументы, почему важно в это включаться, почему это дело каждого человека, тогда, конечно же, для каждого человека сразу станет ясно, что действительно с этим можно справиться, только всем вместе и каждому. То есть выбор начинается с каждого. И с вас, дамы и господа. Я благодарен за то, что вы сейчас находитесь здесь. Я благодарен, что вы присоединились. Это значит, вы часть своей энергии, своего времени уделяете именно в развитие нашей планеты, в развитие нашего мира. И я думаю, это одна из лучших возможностей двигаться именно вместе с компанией SkyWorld Community и именно вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Потому что его технологии поражают воображение. Разработана полностью вся ветка проживания человека из поколения в поколение, даже в замкнутом пространстве. То есть, например, в космосе. Вы можете зайти на его официальный сайт unitsky.engineer и увидеть его разработки весь экомир, частью которого является наш струнный транспорт, маленькой частью от всего экомира. Поэтому, как только вы посмотрите, вы поймете, что сделано было все для того, чтобы даже в космосе жить. Поэтому, когда он понял, после первой конференции по безракетному освоению космоса, что его не поддержат в этих разработках, в этом огромном проекте, который необходим абсолютно всем на планете, не только людям, но всем живым существам. Ведь люди — это лишь один вид, один из 12 миллионов видов живых организмов. Мы лишь одна семья из 12 миллионов семей. Просто мы самые влиятельные. И когда Анатолий Эдуардович понял, что его не поддержат сейчас в период нефти эры, в период потребительского, так скажем, общества, еще где люди мало задумывались о том, какое влияние своей жизнью мы делаем глобально на всю планету. В итоге Анатолий Эдуардович начал упрощать все свои космические технологии и делать из них земные, более простые, более понятные, более легко осуществимые, то, что можно делать здесь. И это целая ветка технологий. Это самые оптимальные, эффективные и безопасные решения по разным вопросам. Как в строительстве морских портов, так и в строительстве городов, домов, нового вида транспорта, агротехнологий, солнечной электроэнергии, геотермальной, так скажем, энергетики. Этот человек за свою жизнь написал более 200 научных работ, более 20 монографий, более 150 изобретений создал и в разных сферах, и строительстве, и транспорта, и машиностроения, и электронной и химической промышленности. То есть человек с фантастически широкими знаниями, который постоянно развивался, и главное свое предназначение – спасение планеты от точки невозврата, то есть помочь всем осознать
как обстоят дела, и дать решение, дать действительно достойные технологии, которые смогут справиться, исправить ситуацию. Это его задача и миссия, с которой он потрясающе справляется. Потому что за такой короткий срок мы сделали настолько много. Возможности нашей компании возросли просто до невероятных масштабов. Мы стали группой компаний, практически корпорацией, с собственными заводами, со собственным штатом, с предзаказами, с представительствами в разных странах, с, так скажем, нашими инновационными тестовыми участками, где мы строим и транспорт, где тестируем и наши трассы, и прочие здания, испытательные центры, электроснабжение и прочее, прочее. То есть все строится и в умеренном климате проверяется, испытывается, сертифицируется. И в Белоруссии, в Мариной Горке, 60 километров от Минска. И в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эмирате Шарджи, в SRTI Park. Наш UnitSky String Technology Innovation Park. Так скажем, мы там на фасаде инновационного парка, который занимается разработками, развитием инновационных технологий. И мы на очень важном и хорошем счету. Тем более, если брать во внимание то, что первые минимум 4 проекта, как мы знаем по официальным, так скажем, докладам нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича, уже строятся первые проекты, уже работают предпроектные работы и, возможно, и в других проектах, уже в новых, потому что, так скажем, если следить за тем, как подает информацию Анатолий Эдуардович, понимая, что ежедневно проводится работа, и к концу этого года, возможно, у нас будет до 10 уже проектов разных запущено. Но и это, я смею предполагать подобное, потому что было в новостях нашей компании Skyworld Community сказано о том, что наша UnitSky String Technology, ЗАО струнной технологии, вышла на, так скажем, самоокупаемость в 2024 году, получается, в следующем году, мы уже выйдем на первую прибыль. То есть наша первая прибыль с еще незавершенного проекта, но уже под тем сертификатом, который мы получили, уже даже без завершения серьезные на государственном уровне, так скажем, партнеры работают с нами, строят эти дороги, делают заказы, переводят средства, то есть уже делают покупку того продукта экологического, который создали люди планеты Земля. Представляете, 600 тысяч человек, более 180 стран мира, более 600 тысяч человек объединились ради того, чтобы создать что-то общее и лучшее для всей планеты. И у нас, дамы и господа, это прекрасно получается, с чем я вас и поздравляю. Еще раз спасибо за ваше внимание сейчас и за то, что вы уделите еще хотя бы несколько минут, часов или дней на изучение Анатолия Эдуардовича Юницкого и его технологий. Ведь, понятное дело, за один час рассказать настолько широкую тему, настолько важные позиции в жизни человека, в жизни нашей планеты, просто не получится чисто физически. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь самоисследованием, занимайтесь изучением и самообразованием, чтобы лучше понимать, куда направлена ваша душа, ваш ум, понимание того, что это действительно наш дом, вся планета наш дом, без всяких там границ. Она принадлежит всем, и все должны за ним ухаживать, делать наилучшее, что мы можем для того, чтобы он процветал. И та компания, которую мы создали, она поможет каждому городу и новому, и уже существующему, потому что супер легко интегрируемый транспорт в любом городе, поперек квартала, по диагонали, сквозь квартал, сквозь дома, этот транспорт можно будет установить куда угодно, при том, что он будет занимать минимум ресурсов, минимум землеотвода, минимум времени для установки и эксплуатации, и при этом давать максимальные характеристики. Вот что значит гениальный ум. Сделать сложное просто и сделать наилучшие просто показатели и характеристики за самые скромные ресурсы время. И это показывает гениальность нашего генерального конструктора. Ведь
тестирование, строительство, сертификация, самое главное, что нам необходимо сделать, просертифицировать, это все происходит просто семимильными шагами. Ведь сейчас уже, так скажем, большая часть всего нашего проекта сертифицирована, осталось совсем немного. Осталась только грузовая трасса, грузовые, так скажем, транспортные средства уже очень-очень серьезного веса, 60 тонн. Транспорт вместе с самим грузом. Представляете, то есть это действительно очень много. Это поможет перенять, прям прийти на помощь сначала всей грузоперевозки в мире. То есть этой отрасли, этому бизнесу. Сделать его быстрее, сделать его безопаснее, сделать его дешевле. Опять же, мы с вами, каждый человек с этого и будет радоваться, потому что себестоимость перевозки и себестоимость товара в итоге будет ниже. И это, опять же, нам хорошо. Но мы можем быть просто наслаждаться тем, так скажем, что такое достижение произошло у человечества, и получать небольшую выгоду с этого, так скажем, меньше платить за товары в нашу эру потребления. Либо мы можем стать совладельцами этой технологии, и кроме того, что помочь развить и, так скажем, сделать благо для всего живого на планете, так еще и являться в течение всей жизни компании с передачей по наследству совладение транспортной инфраструктурой, транспортной технологией, которая будет расширяться по всей планете. И, как говорит Анатолий Эдуардович, мы сможем построить около 20 миллионов километров дорог за 21 век. Настолько просто будут строиться эти транспортные пути, особенно когда будут четко проработаны все предпроектные работы, потому что наши программы сейчас, роботы, компьютеры, искусственный интеллект, скоро с их помощью все, так что даже самая это такая тяжелая, опасная, важная работа, как предпроектные работы, сделать с того, что есть на нашей планете абсолютно такое живое и бесформенное, сделать действительно то, что необходимо для нашей инфраструктуры, для нашего транспорта, а дальше в будущем и для наших домов и экогородов, ну и, конечно же, линейных городов. С помощью сертификации мы доказываем миру, что технология действительно годна к использованию. То есть против этих сертификатов никто не может пойти. И мы методично в течение 15 этапов получаем эти сертификаты. То есть успешность нашего проекта, ее уже, так скажем, нельзя никак поставить под сомнение. Мы это сделали. Сейчас вопрос лишь в том, как быстро мы закончим финансирование, как мы быстро потом за это финансирование доделаем все самые последние действия в 15 этапе. Ну и, конечно же, скоростной транспорт до 600 км в час. Это одна из задач, которую мы дадим миру. Но даже до этого момента, когда начнут летать 600 км в час наши транспорты, уже будет огромная польза. Просто от пассажирского транспорта, от разных его разновидностей. Ведь, как сказал Анатолий Эдуардович, если закрыть глаза и раскрутить глобус и попасть в любое место, там по-любому будет необходима какая-то из технологий и, скорее всего, транспортная технология, потому что где-то недостаточно транспорта, где-то транспортом все перегружено, где-то из-за него дышать невозможно, где-то супераварийность. То есть этот вид транспорта, струнная транспортная система, она разгрузит каждый из этих параграфов, которые накаляют обстановку в месте, где мы живем, которые делают наш дом, наши города небезопасными. Огромная серия транспорта была сделана. В данный момент 14 разных модулей, некоторые из них по несколько экземпляров. Они тестируются, они улучшаются, они модернизируются, и сейчас уже пятое поколение транспорта будет представлено для, так скажем, нашего мира. И мы сможем использовать это и даже в самых маленьких деревнях, городах, где 100 или 1000 человек, 10 тысяч человек, Юнивин, например, двухместный. Минимум ресурса, минимум землеотвода. Расстояние между анкерными опорами может быть при специальном использовании колтюбинговой трубы до 2000 метров, представляете? Любые овраги, озера, реки, там где-то затапливает, где-то снежные районы, где-то очень много осадков дождей, где-то оледенение. Наш транспорт готов абсолютно ко всему.
эксплуатационные расходы минимальные, без капитальных затрат до 100 лет. То есть данная технология сделана действительно на совесть, от души, для того, чтобы люди могли ей пользоваться. В технологиях Анатолия Эдуардовича, это, кстати, отличный показатель, вы не найдете запланированного устаревания. Дамы и господа, вы его сейчас найдете практически везде, но не в технологиях Анатолия Эдуардовича, потому что он делает так, как максимально разумно, если бы все люди на планете были бы одной страной, земляне, а все остальное живые, все остальное живое, другие живые виды, могли бы быть как другие страны, но с большей лояльностью, чем сейчас. То есть, как мы бы размышляли, если бы весь мир был наш дом и не было никаких разделений? Мы бы вместе распределяли ресурсы, как в ресурсоориентированной экономике, как предлагает Жак Фреско. То есть мы бы делились всем, что есть, и у всех бы хватало всего. Ведь сейчас мир уже настолько развит, что он создал абсолютно все, что необходимо каждому человеку. То есть, если сейчас все, что создано, раздать всем, у всех будет все. То есть, денежные системы и ход нашего развития, мы дошли до той степени, когда у нас действительно есть абсолютно все, что нам может быть необходимо. Теперь необходимо как-то это все перебазировать, чтобы просто было правильное распределение, чтобы не было тех, кто не может ходить от того, что он не может остановиться есть, а кто-то, наоборот, немножко пухнет от того, что нечего есть. Просто маленький баланс, так скажем, сделать в нашем мире 8-миллиардном, и все. Рай, вот он уже есть. Наши технологии, наши роботы, наши искусственные интеллекты, наши ученые, они действительно делают просто невероятные возможности для абсолютно каждого человека. Мы создали наилучшие возможности путей для каждого. Осталось только почистить нашу биосферу, почистить ее от тех технологий, которые нам не нужны. Если можно заменить на подобный транспорт, более легкий, более воздушный, полностью экологичный, абсолютно экономичный, который не будет затрачивать множество наших ресурсов, множество нашего времени, зачем использовать тогда другой? Если у нас пассажиропоток может быть 200 тысяч пассажиров в час при правильном использовании, при специальном использовании, так скажем, построении, зачем нам пользоваться другими видами и строить дорогостоящее метро, где уже после третьей секунды нахождения точно страдает наш организм? Как? Как можно, так скажем, выбирать неразумное? Только если мы не знаем сути, только если мы не знаем характеристик. Именно с помощью подобных наших встреч, именно с помощью вашего самообразования, того, что вы уделяете свое время, чтобы зайти на сайт unitsky.com или unitsky.engineer или ust.inc, или зайти на YouTube, на официальные каналы Skyworld Community или Анатолий Юницкий или Unitsky String Technology, и увидеть немножко больше, чуть расширить наши грани понимания. Вижу у нас в чате интересный вопрос, кто регулярно берет рассрочки. Я когда понял, что это такое, я постараюсь с момента, как я узнал, что это за технологии, что это за ученый, я понял, а как ему это сделать, если вокруг эра нефти, если никто не хочет его поддерживать, если он хочет отдать это людям, чтобы люди получали прибыль, чтобы люди мало сами платили за передвижение, чтобы были здоровые, чтобы легко добирались куда угодно, а никто не хочет это поддерживать. То есть он хочет отдать все привилегии людям, Анатолий Эдуардович. И поэтому я понял, а как ему сделать, только если не сами люди в это подключатся? И в итоге Александр... Я абсолютно, абсолютно без перерыва стараюсь всеми возможными способами помочь Анатолию Эдуардовичу создать данные технологии. И я знаю еще тысячи таких людей. Я узнал еще тысячи людей за 7 лет, включая и Пестова Николая, и еще множество экоактивистов с разных уголков планеты. Кто-то юристы, кто-то инженеры, кто-то агротехнологи, кто-то поэты или музыканты. Но все разговаривают на разных языках. У всех что-то свое важное в жизни.
но их объединяет Skyworld Community. Именно Skyworld Community дает возможность всем этим людям объединиться и заниматься созидательной деятельностью, продвигать и финансировать инновационные экологические технологии, чтобы создать такой транспорт. Представляете, уже очень скоро, буквально через 5 каких 10 лет мы будем по всей планете передвигаться на струнном транспорте 600 км в час между городами, за один день преодолевать несколько стран, либо выезжать из центра Европы в Испанию или Португалию, отдохнуть там, попить вкусный сангри из газиосы, покушать каких-нибудь приморских вкусняшек и вернуться обратно в Европу в тот же день. Это либо наоборот пересечь из Западной Европы, попасть вообще куда-то в Восточную Азию. Мы сможем это сделать. Мы уже это делаем. И это, конечно же, даст абсолютно каждому человеку новые возможности. Наконец-то люди с помощью интернета и элементов народного финансирования, с помощью договора конвертируемого займа помогают кредитовать, помогают финансировать, создавать сотни подобных проектов, просто более маленьких, которые меньше меняют на нашей планете. Но то, что предлагает Юницкий, это глобальные проекты, которые действительно целиком дают плавный переход на экологический способ проживания в наших домах и в наших городах. Именно с помощью его экологического транспорта все пассажиры смогут действительно нормально и быстро сосуществовать как в городах, так и между городами. Урбанизация отойдет на второй план, потому что главная ее задача – это быстро перемещаться. А когда у нас потрясающая логистика и очень быстрый транспорт, то тогда нам нет необходимости съезжаться в города, жить в этих бетонных муравейниках, где чем больше мы съезжаемся, повышается, так скажем, спрос, повышается цена на каждый квадратный метр, а значит, повышается цена на каждую услугу, на каждый товар, на все наше питание, на все, что мы делаем. Мы действительно с вами проложили огромный путь для того, чтобы люди могли расселиться по всей планете свободно, иметь по несколько гектаров или по несколько десятков гектаров на каждого человека, чтобы семьи имели действительно огромное пространство для жизни и для развития нашей биосферы. Я согласен с вами, Александр, благодарю вас за ваши комментарии. Если каждый будет поддерживать, будет изучать и получать эти аргументы, не остается выбора, ты понимаешь, это действительно важно. И я хочу поддержать, я хочу стать совладельцем данной технологии, данного проекта, стать частью этого сообщества, которое делает наиважнейшее дело, можно сказать, за правительство. Вот, при том, что мы делаем это без банков, без крупных корпораций. Люди делают это сами. Спасибо большое, Александр. Я рад служить во благо всего живого на нашей планете и рад помогать такому человеку, как Анатолий Эдуардович Юницкий. Ведь действительно его работы, которые можно изучить на unitsky.engineer, его работы, все его технологии, это прям, с одной стороны, казалось фантастика, когда я первые разы это читал, но сейчас, видя, как все это развивается, и катаясь на этом транспорте, и в умеренном климате, и в Объединенных Арабских Эмиратах, видя, как строятся экодома, и опять же, и в Белоруссии, и в Шарджи, в Объединенных Арабских Эмиратах, я понимаю, что его технологии полностью рабочие. Он знает, что говорит. То, что он говорит, он делает. Вот действительно, мужик сказал, мужик сделал. Настолько быстрое и эффективное развитие компании, группы компаний, представить сложно, как можно все это держать в голове, всем этим управлять и делать это настолько эффективно. За такие небольшие средства и за такое короткое время. И хорошо, что он делает это настолько глобально, ведь у нас есть полная ветка от самого маленького пассажиропотока до самого большого, с разными видами трасс для пассажироперевозки. Также у нас есть все, что связано с грузоперевозкой. То есть и разработка месторождений, и перевозка штучных, как юнитрак, штучных сыпучих жидких грузов, и контейнерные перевозки. 20-футовые, 40-футовые, то есть они могут быть там и 15, и 35, и до 60 тонн
с учетом транспортное средство плюс груз. То есть мы берем уже существующие грузоперевозки, то, что необходимо возить, и ставим там свои экологически чистые, экономичные транспортные, так скажем, пути, которые могут перевозить, как у нас сейчас есть маленькая, как реклама тестируется именно грузовой транспорт, Юниконт подвесной, и там написано $1 за 100 тонн на километр. Это невероятная, беспрецедентная цена в грузоперевозках. И все, кто занимаются эффективностью и занимаются прибылью, все будут участвовать, делать на своих корпорациях, в своих городах, междугородних, так скажем, перевозках. Именно наш струнный транспорт. Именно потому, что это эффективнее, быстрее, дешевле, безопаснее. Почему и бы нет? То есть мы с вами приходим на помощь сначала, а потом, так скажем, становимся ключевыми во всех грузоперевозках в мире. Потому что Юниконт позволит даже, например, из порта, я сейчас покажу эти слайды, запускать наш транспорт уже на материк, так скажем, только туда приземлился контейнер, и он пошел. То есть или из любой точки, из любого завода может строиться такая легкая трасса в общую магистраль, чтобы отправлять свою продукцию в необходимое место. То есть с помощью подобных технологий, как, например, вот морской порт, можно будет не делать огромные дорогостоящие земляные там, водные работы. То есть, представляете, это нужно здесь сделать крепкую землю, здесь выкопать там, где вода, очень большую глубину, чтобы мог с большим водоизмещением заходить большой корабль. А если делать порт на шельфе моря, то не нужно ничего делать из предыдущего. И это огромная экономия. Ведь на шельфе моря можно построить также порт по технологиям Анатолия Эдуардовича. Там уже есть достаточная глубина для, так скажем, подхода любого размера нашего водного транспорта. И с него сгружается груз сразу на Юниконт, и Юниконт сразу направляется в нужное направление, потому что ему задали программу, и он пошел. То есть автоматизация, закрывающие технологии. Наши технологии готовы. Компьютеры, программы, искусственные интеллекты готовы тоже для того, чтобы перенимать на себя ту работу, которую они могут сделать. То есть мы можем отдать рутинную деятельность, опасную деятельность тому нашему детищу, нашей техногенной сфере, только в экологическом порядке и в экологическом смысле. Ведь все последующие технологии, которые мы будем запускать после струнного транспорта, уже после завершения 15-го этапа, на котором мы сейчас уже находимся, финальный, последний этап, мы будем запускать будущие проекты. По-любому это будет и энергетика, потому что это важное направление по всему миру. Это и экодома, агротехнологии, линейные города. Все в одной философии, в единении с окружающей природой. Так скажем, жить с ней сообща. И таким образом, как предполагает Анатолий Эдуардович, по его расчетам, на нашей планете могут жить 70 миллиардов человек, полностью обеспеченные, в полном изобилии, с учетом всех ресурсов и технологий, которые сейчас у нас уже есть. И это действительно настоящее. Это не то, что будущее, оно есть уже сейчас. Оно было еще лет 5-10 назад, уже разрабатывалось, внедрялось, об этом уже шло много информации. И в Арабских Эмиратах тоже уже давно заинтересованы технологиями Анатолия Эдуардовича. Ведь его кластерные города, экопоселения, его транспорт в вакуумной трубе, то есть в разряженной среде до 1500 километров в час. Все эти технологии уже на, так скажем, на карандаше у Объединенных Арабских Эмиратов, и они понимают, что Юницкий действительно тот человек, который видит и дает комплексный подход к всему градостроению и развитию территорий страны, каждой страны. На всей планете, не только в теплых странах, либо умеренном климате, но и там, где вечная мерзлота. И эта технология, как и все его технологии, подходит для вот этих всех, так скажем, диапазонов нашей планеты. Ведь все начиналось с космоса, все начиналось с космических технологий.
Но упрощая и доходя до самого актуального и самого необходимого, оно перед вами. Струнный транспорт. Пучки струн в специальном корпусе, специальным наполнителем, который сделали, изобрели наши инженеры, которые фиксируют струны, дают антикоррозийный эффект и поглощают шум. И сверху на корпусе рельса, головка рельса стальная, по которой идет стальное колесо, с коэффициентом полезного действия 99%. Все. То есть Анатолий Эдуардович максимально из сложной космической программы все свои технологии упростил и пришел к последовательности и дал человечеству самую первую технологию, самую земную, самую понятную, которую вместе мы с вами сейчас успешно реализуем и уже строим. И это только начало, потому что мы будем строить все эти виды трасс в разных уголках планеты, в разных частях. Где-то скоростные, сверхскоростные, где-то в фарвакуумной трубе, где-то суперлегкие или провисающие, либо колтюбинговая труба. Представляете, 2000 метров между опорами. Если это какая-то, например, горная местность, либо Индонезия, как же будет красиво, когда ты полностью свободен, транспортом управлять не надо. Ты летишь этих 2000 метров между по струнам, между анкерных опор и наслаждаешься красотой нашей прекрасной природы, нашей прекрасной планеты. И при этом это не то, что прогулочный транспорт, а весь этот транспорт будет полностью удовлетворять все потребности человека, как в грузоперевозках, так и в провозной способности пассажироперевозок. Дамы и господа, мы создали с вами транспорт нового поколения. Новые электромобили, которые могут двигаться как на аккумуляторах, так и от контактной сети, тем самым уменьшая вес транспортного средства для того, чтобы он еще легче и быстрее разгонялся, был еще экономичным, еще не экономичнее. Ну, мы создали суперумный транспорт, который, интеллектуальная система которого готова ко всему. Есть машинное зрение, огромное количество камер, огромное количество алгоритмов, выработанных, как следовать и как действовать в той или иной ситуации. Очень много датчиков, более 250 даже в самом маленьком средстве для полного комфорта и безопасности груза либо пассажира. То есть мы создали безопасный транспорт, безопасный наш, так скажем, кокон, в котором мы сможем с удовольствием перемещаться по нашей планете. Каким является в общем целом наша планета, если в космическом масштабе? Это наш космический транспорт, на котором мы летим вместе с солнечной планетой, солнечной нашей системой. Но именно на Земле сейчас это станет самым безопасным транспортом. Ведь даже только автотранспорт забирает около 1,5 миллиона жизней в год и около 10 миллионов делает инвалидами. Струнный транспорт в 2000 раз безопасней, чем транспорт первого уровня. Например, такой, как автотранспорт. В 2000 раз безопасней. Не на 20%, не в 2 раза на 200%, а в 2000 раз. Именно так мы сможем сохранить жизни. Сможем сохранить триллионы бегающих, ползающих и летающих существ, которые окружают нас на нашей планете. С помощью этого транспорта мы сможем вывести наши города и наше взаимодействие, наше передвижение по поверхности нашей прекрасной планеты в самый наилучший вид на ближайшее время. Потому что по всем традиционным транспортам, так скажем, если их взвесить, они все неэффективны по сравнению с нашим струнным транспортом. И я благодарю вас за то, что каждый поучаствовал, чтобы создать эту уникальную технологию для того, чтобы люди пользовались только лучшим. И при этом именно люди стали совладельцами этой чудесной технологии. Значит, именно нам уже с 2025 года, по итогам 2024 года, по итогам доходов 2024 года компании Unisky String Technology, в 2025 году заявлено получение первых дивидендов по строительству уже наших адресных проектов. С чем я вас, дамы и господа, и поздравляю, потому что это наша общая победа, и дальше будет только больше, ведь уже в ближайшее будущее мы будем смотреть с новыми технологиями, будем строить заводы на соседних континентах для того, чтобы скорее
так скажем, делать нашу продукцию и доставлять ее до места, где она будет установлена. Ведь за время проведения Экспо-2020 в Арабских Эмиратах приехало более 100 делегаций. В общем, в целом, около 150 раз разные уголки нашей планеты и люди оттуда, министры, короли, президенты, приезжали в наши парки посмотреть и испытать нашу технологию, увидеть этот передовой транспорт, транспорт 21 века. И поэтому он настолько уже популярен, настолько за ним следят и уже выстраиваются в очередь, чтобы именно делать предпроектные задания и впоследствии этого строить наш транспорт. Ну а SkyWorld Community, наш прекрасный фонд, наше прекрасное сообщество, где мы все с вами участвуем, где мы вместе получаем все инструменты для того, чтобы действительно помочь и Анатолию Эдуардовичу, и всем людям на планете, и всему живому создать этот прекрасный мир по-новому. Анатолий Эдуардович делает все для того, чтобы получить и завершить сертификацию. И как он сказал, так и будет. Он отдал и заботится о технологии для того, чтобы она досталась именно народу, именно чтобы люди пожинали плоды этой технологии. Поэтому самый инновационный, самый надземный, самый скоростной, безопасный, самый экономичный и самый легко интегрируемый экологически чистый транспорт второго уровня. Мы создали его вместе. И сейчас, на 15-м этапе, у каждого должна быть возможность увидеть то, что мы сделали, услышать, до чего мы достигли, почувствовать это прекрасное веяние будущего, которое люди создали именно для себя и для всего живого на Земле. Именно люди смогут жить прекрасно, и именно люди будут получать за это прибыль, за то, что мы очищаем и спасаем нашу планету. SkyWorld Community помогает нам. SkyWorld Community приглашает всех вас. Обращайтесь к вашим близким, обращайтесь к тем, кто вас пригласил на эту встречу, либо пишите ко мне на корпоративную почту, которую я указал в чате. Пожалуйста, задавайте вопросы. Заходите на unitsky.engineer. Заходите на YouTube официальный канал Анатолий Юницкий или SkyWorld Community. Узрите больше, передайте больше. Поделитесь хотя бы один раз с каждым человеком, которого считаете достаточно разумным, чтобы почувствовать, услышать и позаботиться о нашем окружающем мире, в котором мы живем. Ведь от нас зависит, какой мир будет у нас в будущем. Именно с технологиями Анатолия Эдуардовича мы сможем стать действительно воистину космической цивилизацией, потому что его технологии и особенно его космические технологии, по которым уже прошла 5-я конференция по безракетному освоению космоса, идеи, проблемы, решения. Именно с помощью этих технологий мы сможем стать космической цивилизацией и начинать выходить за пределы нашей планеты, так скажем, уже в масштабах строительства, в масштабах полетов и привезения уже из космоса к нам электроэнергии, новых, так скажем, изобретений, новых материалов, которые мы можем сделать на фабриках, которые в ближнем космосе можно сделать, с потрясающими способностями, так скажем, с потрясающими возможностями полного вакуума, например, или гравитации. То есть нам открывают новые возможности технологии Юницкого. И вы это поймете даже по первой его технологии, не надо заходить далеко. Но как только вы увидите, что нас ждет дальше, вы поймете, насколько быстро хотелось бы проскочить все эти первые этапы, чтобы двигаться сразу к последним технологиям. Ведь это лишь переходное, это лишь маленькая частичка того, как мы преобразим нашу планету. И мы преображаем ее уже сейчас. Дамы и господа, я благодарю вас за ваше время. С вами был Артем Курбанов. Буду рад пообщаться с вами, буду рад ответить на ваши вопросы и буду рад
если вы поизучаете больше о Skyworld Community и о Анатолии Эдуардовиче Яницком. Ведь действительно, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. И давайте придумаем, для себя решим, какой мир мы хотим дать нашим детям и внукам. Я уверен, что в этих мыслях нам всем по пути. Поэтому благодарю вас за внимание. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И сегодня мы направляли его в дело всей жизни гениального ученого Анатолия Эдуардовича Яницки. В сообщество, в котором более 600 тысяч человек, объединившиеся ради спасения всей планеты. Я рад поделиться с вами тем, что мы можем изменить не только вашу жизнь, но и всю жизнь на нашей планете. Спасибо за внимание. Мы действительно, Александр, самое крупное сообщество венчурных инвесторов. И да, даем фору любым венчурным фондам. Красавцы, аплодисменты и низкий поклон каждому человеку, кто просто даже потратил время чуть-чуть, но узнать, послать свою мысль о том, что здорово, было бы классно, я бы этого хотел, хотя бы свой импульс в то, что это получится. А если вы еще поделились с кем-то, сделали больше исследований, либо поддержали компанию, стали ее совладельцем, то, конечно же, эта польза, она придет быстрее, она будет гораздо ярче, и наше развитие только в прогрессии еще будет улучшаться и ускоряться. Да, Александр, дивиденды будут, да, обязательно. Только сначала стоимость наших долей сильно вырастет. Я думаю, что дивиденды будут даже сначала, потому что стоимость долей, это, так скажем, можно ощутить именно капитализацией. Но для капитализации необходима либо внутренняя биржа, либо выход на внешний рынок. То есть на IPO, для того, чтобы мы могли продать, например, акцию. Тогда мы сможем ощутить это увеличение стоимости, так скажем, всей компании. То есть мы ее сделали вот за столько, а ее интеллектуальная стоимость вот столько, и она, как только мы завершим, она вот столько и стоит. То есть именно эта вот капитализация, мы ее сможем заметить, может быть, позже. Но зато дивиденды уже заявлены, что в 2025 году. То есть компания уже строит, уже получает доход, уже получает, можно сказать, прибыль, и следующий год уже будет достаточно прибыльный для выплаты первых дивидендов, с чем я вас и поздравляю. То есть мы действительно, дамы и господа, сейчас на финишной прямой. Благодарю и вас, Николай, благодарю и вас, Александр, спасибо большое всем, и Екатерина, Елена, Людмила, Любовь, Ольга, Владислав, очень радостно, что все вы уделили свое время, так скажем, для того, чтобы сделать что-то еще более, так скажем, важное для всего мира, не только для себя, получить больше, так скажем, информации. Есть вопрос, а где запись посмотреть, а то чутка не в то время зашла. Не переживайте, заходите на YouTube, на Skyworld Community International, либо Skyworld Community Webinars. И вы можете написать: Артем Курбанов, презентация технологии России, Skyworld Community. Вы найдете множество, их сотни в, так скажем, в наших историях, в наших файлах, в памяти нашего интернета. И причем от многих. Я очень рекомендую посмотреть презентации Владислава Волкова. Пишите: Владислав Волков, презентация России, Skyworld Community. Потрясающие презентации, потрясающий голос, понимание вопроса, потому что он инженер, потому что он и работал очень много и с членами правления, и с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Очень здорово увидеть его работу, как он передает его ощущения, его видение. Конечно же, очень жизнеутверждающее и утверждающее в успехе нашей компании, потому что сделали мы действительно невероятную работу. И я благодарю всех вас за то, что вы здесь, за то, что вы любите таким способом. Будьте здоровы, живите богато и в изобилии, дышите глубже. Желаю вам улыбок, океаны как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч.
в следующем месяце. Готовьте новых людей, которым вы хотели бы передать информацию, чтобы они самим тяжело, например, или если кому-то долго, передавать информацию о Юницком и технологии. Приглашайте их на вебинары. Заходите на наш личный кабинет и смотрите, когда презентации русского, на русском языке, шлите их своим близким друзьям с небольшой хотя бы приписочкой, что это действительно достойно того, чтобы это увидеть. Посмотреть на финальное, на завершение такого грандиозного проекта и узнать о том, что в нем все-таки еще можно поучаствовать и можно стать частью этого проекта. Дамы и господа, короткое видео нам в конце, и я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свою обратную связь в чат. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в отдел «Вопросы». Или если вы хотите более глубоко обсудить какие-то темы, то, пожалуйста, пишите на корпоративную почту. Тогда мы сможем с вами, так скажем, обсудить вопросы более детально в Скайпе, Зуме, либо еще где-то. Я помогу вам разобраться в том, как вы можете использовать данную информацию этой презентации в улучшению либо своего финансового положения, своего бизнесного, личностного роста, новых знакомств, заботе о нашей планете, либо о своей династии. То есть все эти вещи можно с помощью компании Skyworld Community улучшить. А сейчас еще немножко красоты.
Большое спасибо, дамы и господа. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Улыбок.